Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 104 на странице 46. Рабочая тетрадь по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, соедините линии, названия частей речи и их определения. Обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делает, что делают, что будет делать. Это глагол. Обозначает количество или порядок предмета при счете, отвечает на вопросы, сколько, который. Это имя числительное. Обозначает предмет и отвечает на вопросы, кто, что. Это имя существительное. Указывает на предмет, но не называет его местоимение. Обозначает признак предмета, отвечает на вопросы, какой, какая, какое, какие. Это имя прилагательное. Подберите слова данных частей речи, запишите их над каждым словом, укажите, какой частью речи оно является. Красивый. Это прилагательное. Предмет. Это имя существительное. 4. Числительное. Читать. Глагол. Мы. Местоимение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.